Подходит к завершению национальная перепись населения – масштабные мероприятия, проводимые один раз в десятилетие. С 1 сентября по 15 октября перепись проводилась онлайн. С 1 по 30 октября кампания ведется в традиционном формате. Интервьюеры обходят применением планшетов. Промежуточные итоги озвучили на брифинге. Продолжит наш корреспондент. В Казахстане это девиз перепись текущего года. Национальная перепись проводится каждые 10 лет. Население области активное. Почти 90% казахстанцев уже переписали. 33% онлайн, 6% офлайн. Районов компании особенно в Весильском, Кызылжарском районах. Я хочу сегодня отдельно обратиться к землякам области, проявить благодарность, единство и принять в проводимой национальной переписи Казахстана, которую, знаете, раз в день. Это очень важное политическое мероприятие, которое касается каждого. Здесь очень важно проявить гражданскую ответственность. Непосредственно сам подворовой обход населения начался 1 октября. В целом североказахстанцы с теплом встречают интервьюеров, терпеливо отвечая на вопросы. Руководитель департамента Национального бюро статистики Марал Нуржаупова поблагодарила своих земляков за понимание и поддержку. Однако, к сожалению, есть случаи недопонимания со стороны некоторых жителей. Часть населения, во-первых, многих дома нет. Я понимаю, приходится возвращаться трижды, четырежды в одну квартиру. Плюс население где-то частично отказывается. Потом ввод в планшет достаточно тоже такое. Ну вот, занимает времени, нужно терпение. Но пока, слава богу, погода нас поддерживает, поэтому мы можем как бы опрос проводить. Следует отметить, что в этом году национальная перепись населения официально завершится 30 октября 2021 года, но согласно методологии интервьюеры будут ходить по домам еще до 8 ноября. Елена Горбань, служба новостей.